Музыкальный салон, посвященный столетию российского джаза, организовали в Доме культуры «Медвежьих озер». Мы подумали, что это очень камерное, душевное мероприятие должно быть. Тем более, что с нами в нашем клубе живут прекрасные соседи, детская школа искусств «Медвежьеозерская». И вот мы совместно решили сделать такое мероприятие с целью, чтобы показать, насколько джаз, интересное искусство, оно интересно разным поколениям, и детям, и взрослым. Полюбить джаз, приобщить местных жителей к этой самобытной и элитной музыке – также одна из целей организаторов. Джазовые ритмы задавали особую атмосферу. Номера, подготовленные педагогами детской музыкальной школы, сопровождались рассказами об истории джаза. Звучали как сольные номера, так и ансамбли. Семейным подрядом выступили мама и дочь – Молчанова Олеся и Мария Гафиятова. У нас очень музыкальная семья, дочка с рождения слушает джаз, потому что папа у нее, мой муж, джазовый пианист, я классическая пианистка, поэтому у нее, в общем-то, не было выбора. В импровизированном джаз-кафе царила расслабленность и умиротворение, дополнила атмосферу небольшая выставка. Еще в рамках нашего музыкального салона сегодня открылась выставка «Джаз, звук и свет». Это кружок изобразительного искусства галереи, руководителем которого является Рогачева Надежда, потрясающая женщина, которая вдохновляет своих учеников на необыкновенные шедевры. И дети посредством живописи показали, как они чувствуют джаз. Ощутить полет души музыкантов джазовой импровизации, насладиться красивым вечером и принять участие в благотворительной акции. Задачи с блеском, выполненные дружным коллективом ДК «Медвежьих озер». Сегодня проходит благотворительный аукцион совместно с благотворительным фондом «Добрый ангел». Это была инициатива жителей «Медвежьих озер», и мы с удовольствием, конечно же, откликнулись. Специальными гостями вечера стали студенты музыкальных колледжей, лауреаты различных конкурсов и просто виртуозы джаза. Ребята приехали из разных городов, в том числе из Воронежа, чтобы подарить жителям радость от прикосновения с великолепной музыкой. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.